Поэтому я сейчас не знаю, чему учить ребенка, и когда вот иногда говорят, вот есть старые истины, надо к ним вернуться, не выживем мы со старыми истинами. И если у меня сейчас шикарное расписание 1903 года, ну не работает оно. Ну то ли потому, что 100 с лишним лет прошло, то ли что-то, ну как-то, ну не все это работает. Поэтому вот этот процесс, он постоянно двигается, и постоянно надо как-то приспосабливать. Адаптация тогда и адаптация сейчас – это разные вещи. Даже процесс взросления, если раньше, например, в 14, да, как говорит, кто он там, Гайдар командовал полком, да, посмотрите на наших 14-летних. Какой полк? Дивизия. Какая дивизия? Хоть бы пионерским отрядом смогли командовать. То есть процесс взросления, эмоциональной зрелости вообще, вот, минималка. Почему? Потому что информационный блок такой в школе, что я уже не знаю, более того, мы изучаем то, что нахрен никому не нужно. И мы настолько вот уже все уперлись в то, что да, если нас готовить всех инженерами, то это было бы необходимо. Но сейчас мы получаем... Вот из всей школьной программы процентов 70 то, что никогда не пригодится в жизни. Просто не пригодится. Но мы это изучаем. Зачем? Знаешь, зачем-то это надо? Ну, я не знаю, зачем. Я не знаю. Зачем-то надо, наверное. Иначе общество в себя не впустит.